Когда меня спрашивают, с чего все началось, я говорю им, все началось в тот день, когда мы отправились к ботаническому саду. Мы — это я и двое моих друзей. Кто придумал отправиться на мертвую станцию? Кто подначивал остальных? Не помню, отвечаю я. Я вру. Вру легко, потому что слов моих не проверить. Ни Виталика больше нет. Ни Женьки. Многотонная громада ворот вздрогнула и поползла вверх со скрежетом, открывая нам дорогу в ад, а демонам путь в метро. На самом деле, все началось в другой день. В день, когда мама предложила поехать в ботанический сад. На метро. Помню, как поднимались на эскалаторе. Как вышли из просторного павильона на утопающую в зелени улицу. Как летели по бесконечному небу легкие облака. И как дышал мне в лицо чуть прохладный ветер. Мама купила мне мороженое. Это был последний раз, когда я его ел. В тот день человечество казнили. Праведников и грешников призвали, чтобы воздать им по делам их. А мы спрятались от Бога в метро, убереглись от его гневных очей, и ему стало лень выковыривать нас из нор. Потом он занялся другими делами. Или умер. А мы остались на использованной и выброшенной земле. И полетели на ней в никуда. Я помню столько лишних вещей. И не могу вспомнить главного. Маминого лица. Она умерла почти сразу после войны. И все, что у меня от нее осталось, тот день в ботаническом саду. Как я мечтал вспомнить ее лицо, ее взгляд. Вспомнить, как она шептала мне, чтобы я ничего не боялся. Душу готов был за это отдать. Я ей отдал.